кошка абиссинской породы Алиса, хоть и кажется тихоней, на выставках нередко впадает в панику. Ее хозяин Сергей Михайлович переживает, а вдруг куда-то забьется, так что не найдешь. Так как мы часто переезжаем, ездим по выставкам, по другим городам, то очень плохо было бы, если бы ее потеряли. Решение принято. В ветеринарной клинике, где такие процедуры уже поставлены на поток, Алисе вживляют радиометку. Перед тем, как вводить чип, мы должны проверить его надежность, работоспособность. Вот, включаем считывание. Вот так вот возьмем. Уже через минуту она мурлычет, как ни в чем не бывало. Прекрасно ведет, вот, спокойная она уже. Так что это безболезненно и безопасно. Теперь, если Алиса потеряется, найти ее хозяина будет несложно. Его укажет 12-значный код в радиометке. Правда, только в том случае, если кто-то догадается принести животное в клинику, а там будет такой сканер. Этой немецкой борзой повезло. Чип в загривке рассказал. Кличка Тайсон, хозяин ждет на другом конце Москвы. Хэппи-энд стал возможен благодаря технологии RFID – радиочастотной идентификации. Ее корни в начале 20 века. Это уже упомянутые работы советского физика Льва Термена и, параллельно, американских военных, создавших систему распознавания свой-чужой для военных самолетов. Идея в том, чтобы простенький, часто даже не имеющий батарейки чип специальным кодовым образом изменял излучаемые передатчиком радиоволны, и тот определял, правильно они изменились – свой или неправильно – чужой. Самым простым примером является проездные документы, скажем, билет на метро. Открыв этот билет, мы видим совершенно обычную радиочастотную метку. Вот в простейшем случае она представляет из себя контур антенны и маленький микрочип, который содержит в себе информацию, которая заранее программируется в этот чип. Радиометки стремительно дешевеют, стоят уже копейки и меняют привычные представления о шопинге. В Москве открылся целый экспериментальный магазин почти без продавцов. Благодаря умным чипам посетитель теперь практически все может делать сам. Электронные здесь и потолок, который отслеживает мои перемещения, и ценники, и даже полки. В поверхности каждой полки встроен набор массив антенн, которые по очереди опрашивают маркированные товары и подсчитывают количество и проверяют срок годности этих товаров. Они вовремя оповещают персонал, какой товар идет на ура, а какой залеживается. В крайнем случае, прямо-таки бьют тревогу. Осталось только просканировать товары и оплатить. Чтобы у покупателя не было соблазна переклеить метку с ценой с дешевого товара на дорогой, сканер еще и сопоставляет вес товара с его стоимостью. Если находит серьезное расхождение, выдает ошибку. Кстати, не дремлют и хакеры. Уже появились сообщения о том, что радиометки, например, в электронных пропусках подделывают, чтобы входить на охраняемые объекты, и даже распространяют с помощью чипов вирусы. В специальную лабораторию МИФИ, где занимаются решением этой проблемы, мы принесли купленные в умном магазине товары. Предположим, вот у нас банка с чаем, мы прикладываем ее к считывателю и видим информацию о сроке годности этого чая. Вот мы видим 1 июля 2013 года. Поменять можно в этой информации как дату, так год выпуска. Можно сделать, что этот чай до 2014 года годен или до 2015 года. Любой срок годности можем установить. Противники всеобщего внедрения меток как раз и боятся, что нас всех чипируют, а потом будут следить и красть о нас информацию.